Дорогие друзья, если вы имеете дело с недвижимостью, с ландшафтами или с интерьерами, если вы хотите, чтобы ваши объекты действительно качественно выглядели, если вы хотите, чтобы ваши объекты выглядели статусно, если хотите, чтобы они были знамениты не просто в вашем городе или даже в стране, а на весь мир, то вам, конечно, необходимо разбираться в освещении, а точнее сказать, в светодизайне. С помощью правильного освещения можно подчеркнуть любую деталь, любую форму, любой объект. Подсветить можно все, что угодно, начиная от вазы и заканчивая целым коттеджным поселком или какой-нибудь очень сложной, интересной архитектурой. Пойдет ваш проект в работу или он останется на стадии предпроекта, делайте для него правильное освещение. Или обращайтесь к специалисту, или изучайте эту тему сами и делайте сами для своего проекта освещение. Если вы делаете вообще для своей квартиры просто свет или для своего личного дома, который вы построили, то, естественно, у вас, в общем-то, проблема та же самая. Или вам придется обращаться к какому-нибудь светодизайнеру, за что придется платить много денег, или изучайте этот вопрос сами. Если вы хотите разбираться в освещении сами, то именно для вас та информация, которую я подготовил. Я занимаюсь светодизайном уже давно, использую его для того, чтобы продвигать свои проекты. Могу вам рекомендовать делать то же самое. Специально для вас я подготовил 10 видеоуроков, инструкции пошаговые, которые, просматривая, вы можете применять в своей работе. Помогут вам разобраться в том, какое освещение бывает, где какое использовать, какие светильники использовать. Много, в общем-то, вопросов, которые вы изучите и сможете применять в своей работе. Если это все актуально для вас, вводите свои данные в формочку, которую вы видите на этой странице, свое имя на русском языке, email. Буквально через несколько секунд поступит первая ссылка на видеоурок. Просматривайте, внедряйте, делайте классные светотехнические, светодизайнерские проекты. С вами был Олег Скидель. До связи на видеоуроках.